Проход запрещен, сэр. Пожалуйста, отойдите. Агент Норман Джейн, ФБР. Можете предъявить значок, мистер Джейн? Да. Да, конечно. Ладно, проходите. Мне нужен лейтенант Блейн. Он здесь? Да вроде бы приезжал. Он где-то здесь. Спасибо. Запись видеозамер. Агент 47023 Норман Джейден. Вторник, 4 октября 2011 года. Время 08:04. Не представляет интереса. Мне нужен лейтенант Картер Блейн. Спасибо. Лейтенант Блейк, агент Норман Джейден, ФБР. Заходил к вам в участок с утра, сказали, вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей и трупов, вы явились бы. Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы заткнулся на 5 минут. Я тут тебя не слышу. Минуту, лейтенант. Ну? Вы идете, Джейден? Итак, убийство? Собачник обнаружил тело мальчика примерно около 6 утра. Пока это все, что мы знаем. Но можно не сомневаться, тут поработал мастер оригами. Причина смерти ясна? Никаких следов насилия. Полагаю, захлебнулся, как остальные. Где там коронер? Застрял в пробке, лейтенант. Мы ждем больше часа, черт подери. Личность жертвы установлена? Нет, пока нет. Надеюсь, сегодня выйдет. На месте преступления много людей. Вы не боитесь, что затопчут следы? Убийцу не поймать, если сидеть на заднице. Мои ребята мастера своего дела. Не хуже снобов с ФБР. Нет, нет, конечно нет. Я не сомневаюсь. Тони, я не желаю, чтобы журналюги сували сюда свои носы. Понятно? Есть, лейтенант? Идеи уже есть? Мои люди обшаривают тут каждый сраный. Если убийца оставил какой-то след, его не убьют. Свидетели есть? Пока нет. Тут пустырь. Сомневаюсь, что кто-то мог что-то видеть. Знаете, я тут мало занят. Может, мы с вами поговорим потом? Зайдите в участок. Конечно, я понимаю. Можно я осмотрюсь? Да пожалуйста! Эй, Джейден, сообщите мне, если что-то найдете, окей? Мы теперь напарники.
Никакой РС-запись. Интереса не представляет. Принадлежит одному из полицейских. Пыльца орхидеи. Ее концентрация в воздухе быстро уменьшается из-за дождя, но рядом с телом ее все еще очень много. УРС-запись. Далее пыльца теряется в высокой траве. Здесь след обрывается. УРС-запись. Жертва лежит на спине. Явных следов насилия нет. Поверхностная рана на правом бедре. Судя по анализу крови, нанесена посмертно. Возможно, когда тело перетаскивали сюда. Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Лицо покрыто грязью, как у других жертв. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. Жертва Джереми Боунс. Объявлен в розыск 5 дней назад. Сведения в досье. На груди жертвы лежит орхидея. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. Я ухожу. Зайду к вам участок, да? Ладно. До скорого.